В моем сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам об одной крайне перспективной распродаже токена, который вы можете купить со скидкой на официальном сайте, а потом практически сразу продать на биржах на пару десятков процентов дороже. Но для начала, думаю, стоит рассказать о проекте, который выпускает данный токен, потому что идея у проекта тоже довольно интересная и необычная. Он называется StudentCoin, и целью его создателей является предоставление возможности студентам со всего мира легко и просто собирать финансирование на свои проекты и разработки. Ведь, как это обычно бывает, одни из самых гениальных и революционных идей зарождаются именно в студенческой среде, в обществе молодых и амбициозных учащихся. Вспомните того же Стива Джобса, который впервые начал заниматься созданием компьютеров во время учебы в колледже, или того же Марка Цукерберга, социальная сеть которого изначально предназначалась для его однокурсников. Однако далеко не у всех студентов получается найти финансирование для своих перспективных идей, а именно в этом и сможет им помочь проект StudentCoin. При помощи данной платформы любой желающий сможет создать собственный токен на блокчейне Ethereum буквально в пару кликов, не заморачиваясь с программированием и смарт-контрактами. То есть StudentCoin – это своего рода конструктор токенов на блокчейне, который подходит абсолютно для всех. Причем на данной платформе можно будет создавать не только ERC-20 токены, но также и популярные сейчас NFT, что может быть особенно актуальным для творческих профессий, представители которых смогут с помощью NFT токенизировать свое искусство. И помимо этого, StudentCoin будет внутренняя биржа StudentCoin Exchange, на которой будут автоматически торговать все созданные студентами токены в паре утилитарному токену StudentCoin под названием STC. Ведь, как это обычно бывает, создать токен не так сложно, как вывести его в листинг на бирже и обеспечить ему достаточный объем ликвидности для торгов, а StudentCoin поможет решить и эту проблему. Ну а мы с вами как раз таки сможем заработать на этих самых токенах STC от проекта StudentCoin. Дело в том, что у StudentCoin сейчас проходит многоэтапная ICO распродажа на их официальном сайте. Но одновременно с этим токены STC еще и торгуются на криптовалютных биржах. Причем не только на децентрализированной бирже Uniswap, но также и на весьма крупных централизированных платформах, таких как Waves, Exchange и CoinTiger. При этом цена распродажи существенно ниже, чем цена STC на открытом рынке. Например, сейчас, согласно данным с CoinMarketCap, токены STC торгуются по цене 3-3,5 цента, в то время как на официальном сайте StudentCoin они продаются за 2 цента. А это значит, что можно купить токены STC в ходе распродажи и почти сразу продать их на биржах в полтора раза дороже. Но в том-то и дело, что почти сразу, потому что стоит учитывать период локапа. Купленные токены будут сразу после покупки начислены на ваш внутренний баланс в системе StudentCoin, где вы сможете отслеживать их изменения цены. А вывести данные токены вы сможете после окончания раунда распродажи, в котором вы их купили. Точных дат назвать пока не могу, все зависит от достижения хардкапа каждого раунда. Но учитывая, что сейчас проходит уже 143 раунд по счету финансирования StudentCoin, можно понять, что смена раундов и разблокировка вывода токенов произойдет довольно быстро. И кстати, с каждым новым раундом цена продажи STC повышается, а это значит, что чем раньше вы купите токены, тем более выгодно они вам достанутся. Хотя если взглянуть на графики торгов StudentCoin, то можно понять, что и рыночная цена обычно всегда выше, чем цена распродажи, и также постоянно растет, опережая цену распродажи всегда на пару десятков процентов, а то и больше. Так что если вы захотите принять участие в ICO от StudentCoin, то ссылку на их официальные сайты вы сможете найти в описании. Правда, всегда помните о возможных рисках и обязательно проводите собственное исследование перед совершением любых инвестиций.